Всем доброго дня. Наступил следующий день. Сейчас вот смонтировала вам видео, которое я обещала, про заморозочки ягодные. Сбегала в Пятерочку, потому что сейчас за мной приедет Саша. Поедем на дачу. Вот, хотел вам сказать, что мы все-таки поднатужились и избавили себя от кредитных карт Альфа-банка. Они меня очень выручали на протяжении долгого времени. Всегда были при деньгах. У нас не было такого, что вот все, деньги кончились, и не на что пойти в магазин купить. Всегда мы могли пойти и купить то, что хотели. Но то, что это каждый раз вкладывалось в пенсии, это очень нас, как бы сказать, на душе висел как кирпич. Было у меня две карты. И я, если кредитный у меня срок заканчивался, я гасила одной карты, другую карту, и так вот перебивались. Как у них сейчас изменилась политика в неудобную для клиента сторону, поэтому мы собрались со всеми силами и избавились от этих карт. Вот сейчас у меня счета закрываются, я карты закрыла, счета закрываю, и все. До свидания. И поэтому сейчас мы пока мы живем, выделяем себе 2000 на неделю и боимся пока вылезти за эти суммы, потому что взять неоткуда. Так как уезжаем на дачу, пошла по-скромному, купила. Единственное, вот порадовала себя, 200 рублей, 199 рублей. Одна я его ем, этот сыр, поэтому это для меня. Саньку купила прянички мягенькие. Если бы Саша ел сыр, то я бы поделилась с ним, конечно, но он не ест сыр. На дачу также соду взяла, яйца взяла. Вот эти вот мне нравятся. Батончик мягкий. Вот такой хлеб черкасский, забайкальский, из цельнозерновой муки, какой-то новый. Гречневую лапшу. И вот Иваси баночку, недорогая была. У меня вот эти покупочки все мои, вот это вот то, что я купила, на 620 рублей. Побоялась пачку масла взять, потому что, думаю, вдруг вылезу. Ну, не стала брать. И ладно, немножко масла у нас еще есть. Вот такую штучку я покупала в фикс-прайсе в свое время. Сейчас такой покупочки не сделаешь, нету. И меня вот эта штука очень выручала. Карточки я здесь носила. Не носила кошелек, а это все изломалось. Все. Ну и так послужил мне верой и правдой. В общем, замочек отломился. Все. Достала свой кошелек. Хотя я уже, знаете, не привыкла с кошельком ходить. Карточки были здесь. Деньги были в сумочке, вот так водили. Вот такие покупочки у нас. Сейчас Саша приедет и поедем. Вчера была такая небольшая непогодка у нас, дождичек шел, но сегодня все наладилось. Опять на улице жарко, 28 градусов. Светулька Панина, хочу к тебе обратиться. Прочитала твой комментарий, что ты была здесь у нас в городе. Но как ты могла не позвонить брату? Мы же не знали, что ты приезжаешь, узнали случайно. А мы всегда гостям рады. Так, сделали вот такую большую покупочку. Всем приветик. Сейчас даже вот не знаю. В магазинах сейчас перестали давать чеки, да, Саша? Да. Спрашивают, а вам нужен чек? А зачем вам нужен чек? Ладно, девчонки, сейчас у меня вот товарищ Фрекенбок, он помнит кое-какие цены, он скажет. Вот эту емкость, Санечка, мы за сколько купили? 199. Взяли ее специально. Мы же вырастили капусту пекинскую. Хочу приготовить ферментированную капусту кимчи. Для этого очень много нужно ингредиентов, которые мы сегодня искали в магазинах. И все-таки один ингредиент, два ингредиента так и не нашли. Это молотый имбирь и рыбный соус. Буду выходить из положения, искать на Озоне. Так, сливки. По-моему, 45 рублей. Вот эти 10%. Это я не знаю. Санек взял слободу и томатный кетчуп. 99.
И 99. Ну, да, приблизительно 1,89, другая 99. Да, это он на дачу взял. Так, в фикс-прайсе мы что взяли? Посмотрите, вот такой вот гель для душа. Он где-то в районе 100 рублей был, потому что 500 миллилитров. Смотрю, один пузырек стоит, думаю, надо взять. Нам на даче-то все равно. А сейчас посмотрела, очень все дорого стало. Вот такой шампунь. Он тоже где-то 99 рублей. Тоже 500 миллилитров. Так, а это больше, наверное, миллилитров. Семьсот пятьдесят миллилитров. Для дачи, для туалета взяли вот такой вот антизапахин. Хорошая вещь, между прочим. Мухи к августу месяца стали кусаться и приставать. Вот такую штуку взяли, повесим. Липкую ленту от мух. Тоже я не помню, сколько стоит. 76. А вот это вот, Саша, не помнишь, сколько? 100 с чем-то. 100 с чем-то. Тоже на дачу салфеточки. Так, чубовский хлеб сюда и на дачу. Дайкон. Редиску еле нашли в семейном магните. 57 рублей отдали за две штуки. Тоже мне для кимчи нужна. Так, две булочки чубовские с вишней. Слоечки. В семейном магните Санек увидел докторскую колбасу по ГОСТу. С ума сойти. Что-то я не верю. Мясное изделие. Посмотрели мы. Колбаска-то какая дорогая стала. Ё-моё, не укупить. Перец красный. Чили молотый. Тоже мне нужно для кимчи. По скидке. Да, посмотрели рецепт. 2,5 стакана нужно для 4 кочанков капусты. У нас 2. Если даже стакан положить, и то можно уже это, ну, отравиться, наверное, русскому человеку. Ну да. По скидке сметана была. Ничего, и сроки годности нормальные. До 20 августа. Санек взял себе 2 сырочка. Заехали мы в Ермолино. 170 рублей масло сливочное, 82,5. А я сколько сказала? 170. Ну какая разница? Ну 5 рублей тоже. О, Господи. Потом 4 котлетки по-киевски. Дима у нас полюбил. Обещал приехать в выходной на дачу. Вот пришлось его заманить котлетками. 4 сардельки говяжьи. Они не сардельки, а шпикачки. Так, что еще? 3 груши взяла мягких. Это тоже для кимчи нужно. Так, про сгущенку говорила. Саш, сколько? 119 рублей по скидке в семейном магните. Рогачевская, да. Грудинку свиную взяла. Санек хочет испытание провести. Сам хочет приготовить плов на огне. У него есть и... Как это называется? Печь. Печь и... Казан. Казан. Так что все. Или вот с бедрышек будет, или вот со свиной грудинки. Заболталась уже. Наверное, все-таки лучше-то из курочки, да? Конечно. А это я тебе, наверное, щи сварю. Нет. Сырок себе вот такой взяла. Знаю, что вредно. Что-то захотелось. Я голодная. Время у нас 4 часа, мы еще не обедали. Санек, а ты поставил воду-то? Нет еще. А почему? Ну, потому. Ты же делаешь. Саша, ну, поставь, чтобы вода закипала. Я буду чан рамен кушать. Лапша для варки с говяжьим бульоном. Хочу есть. Потом вот чука взяла салат. Тоже у нас только в семейном магните я увидела. 119 рублей. Мне очень понравилось. Этот раз съела в одно лицо. Теперь вот в 2 лица съедим на даче. Так, рис краснодарский. Если ты плов будешь готовить, Санек, то это тебе на дачу. 65 рублей. Соль пищевая вот такая вот тоже в семейном магните. По-моему, все сказала. Вот такая была у нас закупочка продуктов. Как соберусь делать кимчи, буду показывать. И рассказывать, как потом понравилось. Но у меня вот немножко неувязочка с этим перцем чили. Но это невыносимо, девчонки. Ну как можно вот такого вот, если на кончике ножа положишь, уже дышать нечем уже. Ну как так можно 2,5 стакана положить?
чили молотого. Ну, это я не знаю. Короче, буду смотреть дальше обзорчики и для себя что-то выберу. Всем привет! Записываю очередной влог с дачи. Готовлю заправочку для щей. Бульон у меня уже приготовился. Бульончик, мяско порезала. А это я приготовила мясо. Здесь свиная грудинка и бедро курицы для Саши. Саша первый раз будет готовить плов. Чеснок приготовили, лук, морковка, изюм и рис замочили. Он сам сконструировал печку. Санёк, я тебя снимаю. Из какого-то пропановского баллона соорудил печку. А у тебя поддон, может, надо вытащить, Санёк, чтобы разжигался, нет? Какой поддон? А у тебя внизу вот это вот поддувало. Нет, уже открыл. Открыл. Вот, будет готовить плов. Все у него тут на мази. Разжигает. А там приготовил дрова. Приедут дети, сказали, привезут шашлык. Будут готовить шашлык. А с меня щи. Гелиотроп, посмотрите, как разросся. И это распустилось уже, Санек. Да. А посмотри, она одна. Да. А почему одна? А там махровая, а здесь одна. Вот разные, наверное, да? Смотрите, здесь вот какая. Здесь красивые цветочки. Вот они какие. Вот. А там одиночные почему-то. А цвет одинаковый. Нет, это чисто белый. А там с розоватой вот каемочкой. Так что Саша первый раз будет готовить плов. Я думаю, что у него все получится. Скоро расцветет тоже. Там лялька так смеется задорно. В бассейне сидит, купается. Да? Задорно смеется так. Идет. Конечно. Помешиваем. Сейчас будет поджариваться, водичка будет процедить. Морковку положим. Ну ты мало мяса обжарил. Оно ж вариться будет. Хватит я обжарил. Ну как вариться? Оно должно быть обжаренное, а не сваренное. Она закрылась мясо. Как у нее написано все это. Ну, делай. Она коричневатой должна стать, нет? Нет. Ну, портить, как говорится, учить специалист только портить. Садите, это вывалилось. Что-то вывалилось. Ой. Запах передается? Да? Запах вообще просто обалденный. Привет, привет. Иду плов снимать. Сейчас я выключу. Вот такой вот плов нам Санек сегодня. Переживательно очень было, да, Саша? Но ничего. Ну ничего, вот весь он запутался уже, сейчас весь стол. Все, как говорится, мы готовы к разврату, да, Люда? Народ готов. Для разврата не готов. Пошлите, привет. Пошлите. Пошлите быстренько, а то плов остывает. Пошлите, остывает. Куда? Пошли чай пить. Пошли чай пить. Пошли чай пить с пряниками, Люда. Ну,
Спокойной ночи, дед. Пока-пока. Пока. Раз вы больше ничего не хотите. А что, у вас еще что-то осталось? Баксюша, спокойной ночи. Давайте спокойной ночи. Чай будем пить? Спокойной ночи. Чай будем пить? Да. Чай будем пить? Да. Слышали? Они чаем садятся пить, а вы уходите.